Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джои. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, жена, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Ганчик Барбаро, у вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю, нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Джо, двигаем. Пошли, Джо. По дороге расскажу. Ладно, девочки, заприте за собой. У нас свита дела. Так что за хрень творится? Это Генри звонил. Карло узнал про сделку. А, черт! А про нас он в курсе? Не думаю. Поговорим в машине. Направляемся? Линкольн парк. С Генри встречаемся? Да. Ладно, и что он тебе сказал? Он в порядке? Вроде да, но Карло забрал свою долю. Мать! Генри так и говорил, если он узнает. Да. Теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг Бруно. А, черт! И что же нам, блин, делать? Я не знаю. Соберемся, что-нибудь сообразим. Ну да, Генри придумает что-нибудь. Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Какого что хрена? Тут происходит? Черт, это Генри! Чем это они его бьют? Давай, покажись! Мать! Да кто же на такое способен, а, Вита? Да они больные нахрен! Дьявол! Кто же на такое способен? Давай, покажись! Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам! И денег нет. Пойдем, порасматываться. Генри, копы займутся.
это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! Ведь людей по-разному убивают. Ули бы хватило, твари. А эти уроды, они на голову больные, Вита! Они, блин, сдохнут. В смысле? Зачем вот так? Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они. Я их на ихнюю лапшу покрошу. Я что хочу сказать? Мы же даже не знаем, сколько их там. А? И плевать мне на это. Эй, Генри уже мертв. Что, хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно, я понял. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Вид, а то увидит еще. Парень будет как китаец. Черт. Мы его нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Получи членский взнос, урод! Черт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу! Видел, что они сделали с Генри? Мать твою, Джо! Мог было просто по твоей форме постучать! Заткнись и помоги мне прикончить этих уродцев! Убери ублюдка за сторону! У него туда! Идти можешь? Поняли, с кем связали? Давай-ка! Берегись! Они сверху полят! Спокойной ночи, Чарли Чан. Давай, Вита, быстрее! Там, в окне! Ты
Сдохни, урод поганый! Куда ты желал? Куда же все эти уроды лезут? Давай, мистер Крутер! Что, где-то туннель до Китая? Патруль и качай! Давай, Вита, мочи их всех! Куда ты ранен? Вот так, Вита! Всех убьем до единого урода! Давай, Вита, быстрее! Осторожно, там еще лезут! Ты его достанешь! Смотри, вот он! Давай в темпе! Надо найти Вона! Зря ты со мной связался. Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Пошли дальше. Вот так, Вита! Всех убьем до единого урода! Ну же, мелкие ублюдки! Господи, боже, они все лезут и лезут! Сколько их там еще? Это не важно, пулю меня... Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Ты что за стул? Я сказал, надо тихо. Ну же, мелкие ублюдки! И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Покажи уродам, с кем связались.
Видишь? Все не так плохо, да? Да, но если нас узнают, и об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Ты, уродка соглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? Что? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать, уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как? Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Вита! Их слишком много! Быстрее! Найди нам тачку! Команья! Живым не берем! Вас понял! Мать твою, ну уже Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Да он маньяк! Живым не берем! Твоя неделя! Твоя неделя! Описание, рост 6 футов, темные волосы, худощав. Хорошо, сбросили. Отвези меня домой, Вита.
Ох и напьюсь. Это было... Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно. Ладно. Такого, как вы, только лучше на это. Всем постам! Отбой тревоги! Чем я еще могу помочь, сэр? Заходите еще, сэр. Простите, сэр. Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит, будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть! Не смей так говорить! Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И Вита, будь осторожен. Похоже, я готов. Ты меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруно, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Правда? Правда. Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Надеюсь, ни одна из твоих блестящих идей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Почему бы и нет? Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Нифига себе у нас тачанка. Эдди нам дал ее под эту работу. Клёвая, а? Садись за руль, у меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринфилд. Что, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Поехали в Гринфилд.
теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Мы просто туда доедем, шлепнем одного и уедем. Расплюнуть. Почему? Эдди сказал, это услуга семьи из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкциями. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали, и вот только-только нашли. И боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Он, значит, заслужил. Гляди-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Смотри, куда берешь. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продал. Понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Ну, тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. Пока нас не стопанули. Не нервничай, я спешу. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Я же говорил... Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощавый. Пошел! Вас понял. Отсюда к чертовой матери! У нас тут убийство! Объект вооружен! Ясно! Укрепление в Гринфилд! Сейчас, блин! Это федералы! Он и правда был пустошен! Эдди славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть! Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощавый. Я пошел! Валим отсюда к чертовой матери! У нас тут убийство! Объект вооружен! Говорит агент Кокс. Вызываю полицейское подкрепление в Гринфилд. Сейчас, блин! Это федерал! Он и правда был подошел.
славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. У нас потери! Болит, урода! Понял. Рост 6 футов, темные волосы, худощавый. Гляди, вон те парни. Пошел! Валим отсюда, к чертовой матери! У нас тут убийство, объект вооружен! Говорит агент Кокс. Понял. Полицейское закрепление в Гринфилд. Сейчас, блин! Это федералы. Он и правда был под защитой? Эдди славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощавый. Гляди, вот те парни. Пошел! Валим отсюда к чертовой матери! У нас тут убийство! Объект вооружен! Говорит агент Кокс. Вызываю полицейское подкрепление. Понял. Гринфилд. Сейчас, блин! Это федерал. Правда был под защитой? Но славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас можно их стряхнуть.
Извини, красавчик. Ищите чего-нибудь особенного? У меня это есть. Чем я еще могу помочь, сэр? Простите. Желаю удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно. До встречи.
Эй, Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушай. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дерек, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла, эй. Черт. Вито, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен, полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бастовать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно, кто от таких денег откажется? Ну, ладно. Делов-то, стой рядом и делай морду кирпичом. А, Стив? Увидим. Эти уроды тупорылые, хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы, блин. Знаешь, сколько их там? 3, 4, 10. Я-то откуда знаю? Какая разница? Не, я просто... И что будем с ними делать? Все зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали и все поняли, какие вы тупые. Так, и в чем проблема, парни? Возьмите Большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, а ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить с миром. Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен выкинет, а ну, как Джона. Ну, тон, молодой человек. Чтоб я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну так это его руки, его проблема. А теперь марш за работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты, ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вито? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалеты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом? Закрой пасть, быдло. Быстро. Не слушай его, Вито. Пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вито, этот мерзавец убил твоего отца. Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, а можно пушку убрать, а? Ты спроси у него, как твой отец утонул. Заткнись. В ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим? Уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вито. Подумай почему об этом. Почему ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти? А потому что он не хотел. Закрой свой рот! Вито, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить? Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вито. Очень разочаровал. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Денег, где ты это взял? Неважно. Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, вы с ума за мной. Сошли, парни. Не нужно этого делать. Лишний ствол не помешает. Вито, давай, мы прикроем. Ты сдохнешь, как твой старик.
Ты делаешь самую большую... Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. Эрик казалось, что я иду за ним след в след. Хорошо, что я наконец узнал правду. И смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Я нашел пенсионный фонд Дерека. Дальше мы сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы, но все свидетели поклянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Иисус, Мария, Иосиф, да поможет вам Бог. Ой, простите, сэр.
Ищите что-нибудь особенное? Похоже, сэр, в оружии вы разбираетесь. Кому нужна пушка без патронов?
Надо собрать остаток денег. У меня пока не хватает. Работу ищешь? Прости, для тебя ничего нет сейчас. Прости, Вита, не до тебя. Давай в другой раз. Thank you.
Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать.